Привет, всем доброе утро. Действительно, утро доброе, хорошее и раннее. Ну, по сравнению с когда мы всегда встаем. Сегодня мы встали в 8:30. Папа меня разбудил. Какие цветочки красивые. Ой, давно здесь не была. У меня очки запотели солнечные, потому что в маске, в очках разговариваю, очки сразу запотевают. Так вот, помните, что мы договаривались же встретиться с Катей, с мамой в Кирьоне, погулять немного. Так вот, мы собрались. Ну, как собрались? Сейчас собираемся потихонечку. Вот я иду, мама тоже приехала, идет уже, и Катюшка тоже где-то там по дороге едет в автобусе. Не в автобусе, а в метроните. Я взяла с собой йогурт, но почему-то его не ем. Не знаю, потому что надо же идти на улице в маске. Может, нельзя есть ничего, я знаю. Ой. Или съесть йогурт, пока до торгового центра не дошла. Так вот, сейчас соберемся с девчонками и, наверное, съем йогурт. Поезжайте. Прикиньте, сейчас кто-нибудь еще увидит из полиции. И скажет, одень маску. Нельзя есть йогурт на улице. Представляете? Будет прикол. Как давно не была в этом районе. Красота, лепота. Так тихо, спокойно. Нету людей практически вообще. Очень мало. Нам там грозят вроде опять тотальным карантином. Закрывать нас будут. Ну, не знаю, еще ничего не понятно. Сказали, закроют пятницу, субботу. А в воскресенье типа все возвращается, как обычно. И какой фиг смысл, да, вот это делать? Закрывает, ну, типа, чтобы наш в субботу люди никуда не выезжали на выходные. Чтобы не было скопления людей. Но все равно, что это одни сутки что-то решат, чему-то, кому-то помогут. Нет, все глупости какие-то. Не знаю. Если делать уже тотальный карантин, то закрывать, закрывать. Если не закрывать, то не закрывать. Что за глупости? Один день, два дня. Фигня какая-то. Так, я подхожу к этому входу. Вот. А мама с другого входа вошла, и мы сейчас встретимся возле того магазина, где нам нужно. Вот, и я, наверное, думаю, здесь лучше одеть мне маску. Тем более, еще захожу в торговый центр. Я зашла в Кирьон, еще половина магазинчиков открыта, половина что-то открыто. Закрыто, открыто. Ну да, правильно я сказала. Кстати, надо потом зайти будет в этот магазинчик. Здесь по 100 шекелей все. Прикольненькие штучки есть. Так, что я хотела сказать. Охранник на входе в торговый центр какой-то, блин, непонятный. Он мне мерил температуру, он даже на термометр не посмотрел. Еда открыта, так что есть. Я думала, ресторанчики такие маленькие будут закрыты, но не открыты. Значит, поесть. Даже ферма открыта. Даже все открыто. Я думала, такие штуки, ну, такие вот точки еды будут закрыты. Но нет, все открыто. Даже ферма, как всегда, по пятницам, которая работает, открыта. Эти, конечно, они выходят вот это вот. Дюша, тебе. Тебе с нами нельзя. Бреднючка. Всем добрый день. Я уже дома. И как видите, на мне мои покупочки. Я купила себе губную помаду. Одну купила, а вторую мне дали в подарок. Купила себе
тушь для ресниц и купила себе румяна. Сейчас все буду показывать. А, еще да, купила себе вот такой вот наборчик духи Versace. Пошла в свою комнату, чтобы спокойно, там телевизор орет, показать, что я себе купила и из парфюмерии, и косметики, потому что давно уже ничего себе не покупала. Духи у меня закончились, я привыкла уже к Versace, и сколько вот разных запахов, разных духов я не пробую, и мне ничего не подходит, мне ничего не нравится. То сладкое, чересчур, то кислое, чересчур, то чересчур сплошной, знаете, как спирт. Вот такое ощущение, что там спирт только в духах в этих. Вот, короче, мы там столько всего перепробовали с мамой и с Катей. Вот, но все равно я решила, что уже ладно, на проверенную вещь пойду, ту, которую я люблю, ту, которая мне подходит. И это был Versace, и получилось, что была какая-то там скидочка. Вот, идет Versace, 50 миллиграмм большая банка, и с кремом. Это, по-моему, крем для тела здесь. Сейчас я это тоже раскрою, посмотрю. Вот, и что я купила из косметики? Попали мы на фирму Pupa, ну просто там хороший был консультатор, девушка, женщина, очень была хорошая, приветливая, все грамотно рассказывала и показывала, поэтому остановились на этой фирме. Я знаю, что эта фирма довольно-таки неплохая, вот, ну и решили попробовать. Вот, купила себе румяна. Ну, вообще-то я люблю что-то такое более, знаете, под натурал, коричневые, такие бронзы, все такое. Но в этот раз, короче, решила вот такие вот взять, ну, сказать, розовые, не розовые. Нет, они не розовые, что-то розовое вместе с бронзом, что-то такое перемешанное. Но вот на камере они как-то более светлее смотрятся. На самом деле они немножечко темнее. И ну, такая вот кисточка симпатичненькая идет к этому всему. Ну вот, то, знаете, как-то визажист, блин, профессиональная, косметики мне вообще практически нету. Поэтому купила себе вот такой вот минимальный наборчик. Две губные помады, как я уже сказала. Одну я купила, а вторая мне подарили в подарок. Купила я... Какой номер? Сейчас я покажу. 101. Вот этот я купила. Вот такой цвет. Кстати, такого же цвета у меня и румяна. Такой вот цвет, такой нежно-розовый. И тут есть такие блестюшки. Ну, на камере не будет видно. Вот, купила... Ой, купила, господи, включила флаш. И теперь видно, что здесь есть вот такие вот небольшие блестюшки. Вот. Хороший цвет, практически на мне не видно, только дает, знаете, такой дополнительный какой-то блеск, объем немного губам, ну, в принципе, то, что мне и надо. Вот, никакие яркие краски я не люблю, он мне и не подходит. И такая вот, такой цвет был в подарок. Смотрите, такой нюдовый цвет, ну, похож, кстати, на то, что у меня есть, то, что я купила, но это такой более коричневый, но все равно вот камера... Камера как-то не очень передает цвета. Ну, давайте откроем, сравним этот и тот. Ну, так, сейчас я тут пополомаю все. Вот, решила нанести вот так на руку. И тут довольно-таки видно, видно разница. То, что вот это то, что я купила, вот более светлый цвет, он более такой, как идет, как блеск, глосс для губ. То есть он такой дает... влажность губам, объем и так далее. И, ну, в принципе, вот этот, но тот цвет, который был в подарок, он более такой насыщенный. Вот, короче, оба цвета мне подойдут прекрасно. Кстати, можно делать один на другой, смешивать их вместе. То есть этот более такой блестящий, как глосс прозрачный такой, знаете. А это такой более такой цвет насыщенный. Ну, короче, вот так. И купила себе вот такую вот тушь. Сейчас покажу кисточку вам. Дает объем, придает объем, заворачивает ресницы. Но мои ресницы ничто не заворачивает. Никто и ничто не может завернуть. Блин, не могу открыть. Вот такая вот кисточка. Вот. Ну, я попробовала, кстати. Ну, объем, да, немножечко вот так увеличился. Но закрутить мои ресницы эта кисточка не смогла. Вот, очень жалко, конечно. Но, может быть, со временем, не знаю. Может, как-то потом начнут закручиваться. И мои духи Versace. Аромат просто... Я обожаю эти духи. Это просто что-то с чем-то.
И идет здесь это крем для тела. Вот, тоже буду пахнуть. Благоухать буду Versace. Вот такие вот покупочки. И еще что я сделала, одну из главных покупок, это я купила себе купальник раздельный. Сейчас покажу. Вот такой вот купальник. Две части. Идет здесь верхний лифчик, как топик такой идет. Я, кстати, давно такой хотела. Знаете, как все, как говорится, в кучу, ничего не выпадает ниоткуда. Вот. Все закрыто, прикрыто. И трусы. Трусы довольно-таки высокие, они выше пупка. Тоже искала такие трусы с высокой посадкой, вот, потому что, ну, живот прикрываю, у меня растяжки после родов. Вот, лишний вес, растяжки, целлюлит и так далее. Вся коробочка полна. Вот, ну, такой вот купальник померила. Катюша сказала, супер, мама сказала, очень хорошо, бери, не раздумывай. И вот такой купальник я купила. Хотела, кстати, черный, да, потому что светлый купальник у меня есть, издельный, искала что-то черное. Вот, ну и нашла, вот, остановились на вот таком вот варианте. Мы его сразу увидели, я его померила. И все, и купила. Катюшка, кстати, тоже купила вот такую, тоже, ну, так вот идет вверх топиком, трусики, только она купила, ой, это классно, такой красивые цвета, разноцветный, с цветочками, такой светло-синий цвет, очень красиво, она померила, прям она подзагорела, очень классно на ней смотрится, просто супер-супер, вот такие вот покупочки, очень довольны своими покупками, те покупки именно сделали, которые давно уже нужно было сделать. Здравствуйте. Смотрите, кто ко мне пришел здесь делать обзор. Чё моя лёдость? Чё моя сладость? Чё мой зопик?